Здравствуйте. 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 Вот у нас пока больше участников нет. Еще немножко подождем и будем начинать.
Не кажется, что мы можем уже начинать, и больше никто не придет? Как-то это несколько странно, учитывая, что в других группах семинары уже прошли, и в каждой было больше 10 участников. У нас так бывает. Это нормальное иногда. Посещение у нас, это не странно. Ну, давайте начнем. Начнем с того, что то, что я в прошлый раз говорил условным дедлайном, отныне считается дедлайном достоверным. Первое домашнее задание у нас будет ДЗ1 до 29 января, пятницы, 23:59. Пишу в чате, чтобы это было совсем официально. Да, так получилось, что мы в прошлый раз не успели разобрать или, вернее, вспомнить те темы, которые охватывает первое домашнее. Но за сегодня, я думаю, мы их все обсудим. Особенно учитывая, что, в общем-то, темы у нас пока соотносятся с тем, что уже по большей части было в дискретной математике на первом курсе. И, возможно, мы сегодня даже за пределы этого не выберемся. Но давайте я включу демонстрацию экрана. В прошлый раз мы так очень четко шли от задачки к задачке, прямо по порядку. В этот раз мы так делать уже не будем, хотя бы по той причине, что значительная часть всего, что здесь происходит, должна быть, в общем-то, знакома. И мы больше будем ставить цель вспоминать, чем изучать что-то новое. Ну, может, на более серьезном уровне строгости это делать. И уж, наверное, мы не будем делать точно в таком порядке, в каком написано здесь. Давайте начнем с того, что вспомним понятие бинарного отношения. Пусть А, Б множество, неважно из какого числа элементов, тогда бинарным отношением будем называть любое подмножество декартового произведения А умножить на Б. Собственно, самое базовое определение, которое только мы можем предложить. Напомним некоторые свойства, которыми могут обладать бинарные отношения. Которые, конечно, все уже невероятное число раз встречались и в дискретной математике, и в математическом анализе. Ну, давайте дадим им строгие определения. Да, кстати, договоримся, что если отношение обозначено символом R, то X, Y принадлежит R. Сейчас притащу знак принадлежности. Принадлежит R. Будем для краткости записывать X, R, Y. Но это позволит нам делать примерно то же, как мы поступаем с привычными бинарными отношениями. С отношением меньше, меньше или равно, с отношением равенства. Так нам часто будет удобнее. Имеется в виду, конечно же, что x принадлежит а y принадлежит b.
Ну, давайте вспоминать, какие у нас бывают свойства бинарных отношений. Кто скажет мне, что такое рефлексивность? Ну, то, что пара АА принадлежит R. Ну, по сути, да. X, R, X для любого... Для любого X. Здесь подразумевается, что А и Б одно и то же множество. Так, давайте это прямо здесь сверху напишем, потому что очень часто нам важно рассматривать отношения, заданные на одном множестве. Дальше у нас, конечно же, есть симметричность. Если x, r, y, то y, r, x. Ну и, конечно, есть транзитивность. Если x, r, y, y, r, z, напишу i, то x, r, z. Сериальность. Ну, у вас в листке написано серийность. Для любого x существует хотя бы одно y такое, что x, r, y. Понятно, что последние свойства, в общем-то, осмысленно и в случае, если А и Б разные множества. Потому что здесь никаких препятствий этому у нас нет. Ну, давайте поупражняемся в задаче 12. Тут предлагается построить отношение R на трехэлементном множестве x, y, z, рефлексивное, транзитивное, но не симметричное. Понятно, что чтобы построить отношения на множестве, можно построить такую таблицу и указать для каждой пары элементов, как из них находятся друг с другом в отношении, а какие нет. Ну, давайте попробуем построить какое-нибудь такое отношение. Ну, очевидно, что на диагонали мы поставим то, что относится. Да. На диагонали мы поставим «относится», потому что у нас должна быть рефлексивность. Теперь нужно как-то так сделать транзитивность, чтобы симметричности не было. Ну, наверное, первое мы можем выбрать отношение какое-то. Ну, давайте x, y положим, ну, что да. Минус. Да? Тогда, наверное, x будет минус. Да. X будет минус. Отлично, мы сломали симметричность. Да. В общем-то, в принципе, для каких-нибудь других конкретных пар симметричность может быть. У нас уже есть одна пара XY, на которой оно ломается, поэтому у нас уже нет симметричности. Ну и теперь давайте придумаем, что написать в остальных. Но надо как-то, чтобы транзитивность сохранялась. Ну, мы, наверное, еще одну пару можем выбрать просто так. Ну, например, XZ. Никто нам не запретит взять. А, но в таком случае у нас... Тогда нам придется взять YZ. Да, потому что иначе у нас не получается транзитивность. Ведь XY у нас есть. Угу. Нет. Так, у нас сейчас есть XY, у нас есть YZ, и у нас есть XZ. Это как раз рефлексивность. Это как раз транзитивность. Да. Ну, так, мы можем до конца доломать симметричность. Так, ну давайте действительно вот здесь напишем минусов,
Ну, грубо говоря, у нас получилось такое множество 1, 2, 3 натуральных чисел с отношением меньше или равно на нем. Фактически. Понятно, что рефлексивность у нас есть, мы так ее построили. Симметричности у нас нет. Мы жестко боролись с нею во всех случаях, кроме тех, которые нам нужны для для рефлексивности. Для транзитивности. Для рефлексивности. Мы... Почему? Так, а транзитивность, ну, если действительно осмысливать в таком виде, как 1, 2, 3 и отношение меньше и равно на них, то понятно, что у нас имеет место транзитивность. Согласен, что это именно так. Значит, теперь... Предлагается, так, сейчас подумаю, куда все эти элементы управления-то двинуть. Теперь в части B предлагается построить B. Нетранзитивное отношение на двухэлементном множестве. На множестве, состоящем из X и Y. Значит, как может выглядеть нетранзитивное отношение? То есть для каких-то трех элементов существуют А, Б, С такие, что А, Р, Б, Б, Р, С, но не А, Р, С. Понятное дело, что у нас всего два элемента, поэтому что-то из этих будет повторяться среди А, Б и С. Вот давайте придумаем как-то так, чтобы не было у нас транзитивности. На двух элементах, да? Да, на двух. Может, оно должно быть вот xx минус, xy плюс, yx плюс, yy минус. Так, то есть вот так, минусы только на диагонали. Да, ну, давай, потому что так, и давайте, тогда какие будет, тогда ABC? Тогда будет xy, yx, и мы берем транзитивность, и должно быть xx или нет? Сейчас. Все правильно. Да, из Y да. Есть, из Y X есть, тогда должно быть из X в X. И да, то же самое с Y-ками. Да. Ну, нам не обязательно уже проверять с Y. Одного примера, что сломалась транзитивность, чтобы понять, что сломалась транзитивность. Ну, теперь предлагается построить на XY пункт В, отношение, которое транзитивно и симметрично, но не рефлексивно. Но не рефлексивно. Опять всего на двух элементах нам нужно. Ну, в этот раз мы, видимо, можем поставить только один минус на диагонали, потому что есть... Хотя... Так, ну, во-первых, в силу симметричности xy и yx должны получить одинаковый знак. Так, а чтобы у нас не было рефлексивности, на диагонали у нас должен быть хотя бы один минус. Да. Так, ну давайте xx поставим. Да, да.
Так, куда мы теперь будем ставить минусы, а куда плюсы? Что-то у меня подозрение, что у нас не так много вариантов осталось. Ну, это правда. У нас осталось, на самом деле, всего два варианта, кажется. Ну, просто если мы поставим плюсик, то нам везде придется ставить плюсики. Потому что если мы поставим вниз минусы, все остальные плюсы, то получим пункт Б, а он у нас не транзитивный. Мы это уже знаем. Да. Ну, давайте посмотрим. Можно проверить. Если мы поставим все плюсы, получилось ли. Рефлексивность у нас, конечно, сломана. Угу. Симметричность у нас, конечно, есть. А вот транзитивность... А вот с транзитивностью проблема, потому что XRY, YRX, но не XRX. Это у нас... ну да. Мы транзитивность в прошлом пункте сломали даже одним минусом, получается, всего лишь. Поэтому надо теперь ставить минусики на этих штучках. Так, давайте действительно. Вот так, похоже, всего один вариант остался. Тогда рефлексивности нет, симметричность есть, а с транзитивностью все получилось очень жестко. У нас только один плюсик. Поэтому единственное, что можем писать, YRY и YRY, следовательно, YRY. Потому что мы просто больше не можем ничего написать, где R имелось бы место. Поэтому, естественно, транзитивность получается. Когда у нас есть всего один элемент, на котором отношение истина, причем оно истина в него самого, то у нас особо нет других вариантов. Если мы везде поставим минусы, то... Если мы везде поставим минусы. Да. Так. Ха-ха-ха. Симметричным оно будет. Рефлексивным не будет, но нам оно и не надо рефлексивным. Рефлексивным оно не будет, а транзитивным, ну, будет, если нет никаких пар, состоящих в отношении, то транзитивность, естественно, выполняется. Ну, тут тогда, получается, два варианта вообще подходят нам. Угу. Хорошо, спасибо. Так. Теперь, когда у нас есть бинарные отношения, следующее, что у нас логично должно появиться, это функции. Поэтому назовем функцией такое бинарное отношение из А в Б, что... Ну, давайте, какое определение мы можем здесь написать? Какому свойству должно удовлетворять бинарное отношение на множествах А и Б, чтобы мы назвали его функцией из А в Б? Каждому элементу из А соответствует только один элемент из Б, не больше одного. Так, да, но это зависит на самом деле от того, хотим ли мы определять частичную функцию, или мы имеем в виду, что это функция, определенная всюду на А. Давайте определим функцию, определенную всюду на А, потому что если мы захотим определить функцию на подмножестве А, то почему бы нам сразу не начинать говорить, что это бинарное отношение из подмножества А в Б? Поэтому давайте действительно напишем так, что у нас будет ровно одно, что для любого X, принадлежащего А, сейчас притащу, для любого икса, принадлежащего А, существует ровно один Y, принадлежащий B, такой, что X, R, Y. Ну ладно, давайте по-хорошему F будем писать. Обозначение классическое f двоеточие а в b. Ну, функции отображения будем понимать как один
как один и тот же объект. Ну, как всегда, чем такое определение хорошо? Тем, что понятно, как делать его с помощью аксиоматики теории множеств. Лектор, правда, написал, что на лекциях об этом чуть не успели сказать, но раз бинарные отношения мы умеем делать, как подмножество Декартова произведения, то мы умеем делать и функции, как такие бинарные отношения, что для любого x слева существует ровно один y справа. Для функций у нас, как всегда, существуют классические свойства. Свойства, которым могут удовлетворять функции. Ну, давайте вспоминаем. Конечно же, я имею в виду в первую очередь инъекцию, сюръекцию и биекцию. Значит, f из a в b называется инъекцией, если что мы здесь напишем давайте неформально напишем, что это обозначает. Как мы задаем определение инъективной функции? Если у различных элементов из B различные прообразы в A. Кажется. Так, ну, видимо, да. Если не существует таких x1, x2 принадлежит А различных, то f от x1 равняется f от x2. И это, естественно, уже будет элемент b. Да, это правильно. Теперь позвольте, уберу то, что слева написано. Вспомним сюръективность AB. Сюръекция, если у каждого элемента из А есть образ Б. Нет? Нет, простите, как-то наоборот, у каждого элемента А есть образ Б, это... Наоборот, у каждого элемента есть прообраз. Да, перепутала. Для любого подъяснителя, для любого y в b существует такой x в a, что f от x равняется y. Ну и, наконец, ab биекция, если f если f инъекция и сюръекция одновременно. Иными словами, между множествами а и b посредством функции f установлена взаимооднозначная соответствие. С
установлены взаимнооднозначные соответствия. Ну вот, давайте посмотрим сперва на некоторые задачи, на эти понятия у нас в листке. Вот у нас есть, например, задача 14 из геометрии. Постройте биекцию между открытым кругом и плоскостью. Под плоскостью мы, естественно, R2 будем понимать. А открытый круг, ну, у нас, ну, пусть будет x квадрат плюс y квадрат меньше равно 1. Вполне себе, как кажется, похоже на открытый круг. Здесь есть бесчисленное, кажется, количество способов строить эту биекцию. Давайте попробуем как-нибудь или формально ее построить, или неформально писать. Можно построить ее, если мы будем строить ее конкретно, в несколько этапов. Я думаю, у вас упоминалось такое понятие, как стереографическая проекция между сферой без одной точки и плоскостью. Можно, да, в таком случае построить биекцию между открытым кругом и сферой без одной точки. Ну и тогда последовательно в два этапа. Собственно, простое упражнение на дом доказать, что композиция двух биекций, биекция, дадут нам требуемые соотношения. Ну да, давайте порисуем немножко. Вот у нас есть плоскость. Вот мы знаем, что на плоскость положена эта самая сфера. Вот я рисую экватор этой сферы. Я, правда, нарисовал полусферу, но... Я думаю, вы согласитесь, что если мы начнем строить стереографическую проекцию из самого центра этой полусферы, то мы как раз сделаем соотношение между этой поверхностью полусферы и плоскостью. Ну а здесь, мне кажется, уже совсем близко до биекции между открытым кругом и плоскостью. Thank you.
Ну, как мы можем сделать здесь так, чтобы биекция установилась между плоскостью и полусферой вместо между плоскостью и кругом, вместо плоскости и полусферы, которые написаны у нас сейчас? Мы можем проецировать вниз сферу просто. У нас получится полукруг открытый. Так, ну действительно, если мы прямо сейчас спроецируем вот сюда вниз, то у нас вот здесь нарисуется в точности нужный нам круг. Можно, например, написать это так. Сперва стянуть плоскость в полусферу с помощью стереографической проекции. Затем спроецировать сферу назад на плоскость. Так, да. Простите, один момент, на 30 секунд нужно отлучиться. Итак, ну давайте теперь перейдем к следующей задаче. Если с тем, как мы сделали эту, все было понятно, давайте посмотрим на задачу номер 15. Здесь предлагается построить инъективное отображение множества в себя, которое не является биекцией. Инъекцию x в себя, которая не является биекцией. В первом пункте в качестве x предлагается рассмотреть множество всех натуральных чисел. То есть что нам здесь нужно сделать? То есть как-то нужно построить такое отображение f из n в n, что f не ставит n самой себе во взаимооднозначное соответствие, но при этом разные элементы n переходят в разные. Какие есть предложения? N в n плюс первый. В единицу ничего не перейдет, но все куда-то перейдет. Так, ну давайте посмотрим. F берет n и переводит в n плюс 1. Так, разные элементы перешли в разные. Это правда, потому что это очевидно из того, что каждый перешел на единицу больше элемент. При этом биекции нет. Почему? В единицу ничего не перешло. Да, поскольку нет сюрреекции. Да. Поскольку нет сюрреекции. Есть элемент. Ну, да, давайте натуральные числа считать с нулем. Ноль, в который ничто не перешло.
Так, давайте посмотрим в B. X равняется R плюс, где под R плюс понимаются все положительные действительные числа. Как здесь мы можем построить инъекцию, которая не является бьекцией? Потому что здесь такой простой сдвиг уже, кажется, не работает или работает. То же самое надо построить, да? Да. Цель у нас та же самая. Предъявить инъекцию, которая не была бы бьекцией, то есть которой субъективность нарушается. А у нас не подходит разве тот же самый пример? Только у нас теперь прообраза не будет у нуля до единицы. На самом деле действительно на 100% подходит. Потому что мы действительно перевели разные элементы в разные. Как и прежде, биекции у нас нет, потому что у нас появилось очень много элементов от нуля до единицы, в которые ничто не перешло. На самом деле, действительно, оно в точности подходит. В случае V тут задано множество чуть похитрее. Таких пар xy, что x квадрат плюс y квадрат равно одному. Напомните мне сначала, что это за такие объекты? Что это за подмножество? Мы уже сегодня говорили, что это у нас окружность. Да, это у нас такая окружность радиуса 1 с центром в нуле. R умножить на R. То есть нам нужно как-то отправить каждый элемент окружности в какое-то место окружности, но так, чтобы биекции у нас случайно не получилось. То есть у каких-то точек не оказалось никакого прообраза. Может, ее можно это спроецировать на прямую, а потом обратно с прямой. У нас тогда выколотая точка, по идее, должна быть. Нет, ну давайте действительно спроецируем, но зачем мы через промежуточный шаг прямой? Ну, как да. Кажется, тут... Что-то мне нравится идея спроецировать, но давайте поймем... Как нам... Сейчас, да, чтобы без промежуточного шага, я просто пока не придумала. Там нижнюю половину спроецировать на верхнюю, будет пол окружности. Угу. То есть мы берем вот так, вот эту окружность, и вот эту нижнюю половину отправляем на верхнюю, а верхнюю при этом оставляем на своем месте. Ну, естественно, вот эти две точки на оси абсцисс тоже остаются на своих местах. А это будет инъекция? У нас тогда у точки будет два прообраза. Да, нет? Это не инъекция. Это не инъекция, нет. Да, у нас инъекции тогда не получается. Тоже правда. Это не работает. Тоже правда.
У нас получилось, можно сказать, непрерывное отображение. Хотя у нас пока такого понятия и нет. Но у нас самого базового инъекции не получилось. Не получилось. Попробуем что-нибудь другое тогда придумать. Ну а вообще работает то, что я сказала, или не очень? Так. Только я не знаю, как обратно с прямой на окружность идти. Так, если... Нет, простите. Видимо, здесь как раз тоже получается, что мы только что сказали. Как только мы проецируем окружность напрямую, большинство точек прямой попадают в две разных точки с окружности. Нет, если мы предлагаем раскрутить окружность, как по стереографической проекции, да. то в таком случае у нас, во-первых, теряется куда-то одна точка. И нужно подумать, что с ней сделать. Хорошо. Так-то мы могли бы, например, если мы развернули окружность без одной точки стереографически и положили напрямую, то ничто нам не мешает положить прямую, например, на вот эту правую полуокружность без концов, выколотую mm-hmm. вот здесь и выколотую вот здесь. Потому что прямая... Потому что прямая уж находится в объективном отношении с собственным интервалом. Так, кстати, как, например, если у вас дано R, как перевести R объективно, скажем, в отрезок минус 1, 1? Ну, можно просто через эти записать их, через двоичные. Ну, как бы любое число перевести в двоичную систему, как мы это делаем, боже мой. Не очень понятно, поясни. Ну, я думаю, как это сказать по-нормальному. А у нас не получится что-то, если мы z, ну, это число, которое вот удовлетворяет, ну, допустим, мы в комплексной плоскости живем, это будет x плюс и y, либо косинус альфа плюс и синус альфа. Если мы альфа уменьшим в два раза, то есть мы хотим полуокружности как бы сместить, ой, всю окружность в полуокружности. Так. И сжать. Вот действительно, это другой подход, и мне... Пожалуй, пока нравится то, что вы говорите. Смотрите, то есть, если мы берем точку, которая... Если мы берем точку косинус t плюс и синус t и переводим ее в косинус t пополам плюс и синус t пополам. Если мы вот так делаем, то тогда у нас окружность просто вот так схлопывается вдвое. Вот эта точка съезжает сюда, вот эта точка, например, съезжает сюда. Ну, можно договориться, куда конкретно попадает эта точка. Например, эту точку можно считать, что мы отправляем сюда, вверх, а не вниз. И тогда у нас вверх получается имеющаяся точка, а в нижней полуокружности у нас получается выколотая точка. И тогда действительно все вот так сжалось вдвое. Конечно, разные элементы перешли в разные, но объекции нет, потому что есть громадное число элементов, которые никуда не перешло. Это, конечно, не непрерывное отображение, но нам непрерывное отображение и не требовалось. Да, вы правы, я согласен, что такая конструкция работает.
Так, давайте. Давайте перейдем к тому, что у нас происходит дальше. Дальше предлагается рассмотреть понятие отношений эквивалентности. Отношение эквивалентности на множестве x это отношение из и это отношение на x на самом себе, которое рефлексивно, симметрично и транзитивно. Такое отношение, как мы отлично знаем, разбивает все x на классы эквивалентности. В задаче 17 предлагается проверить, являются ли эти отношения отношениями эквивалентности. Ну, например, такое отношение в пункте А. Это такие пары XY из Q на Q, что 10 умножить на X минус Y целое. Чтобы проверить на отношении эквивалентности, нужно проверить последовательно каждое из трех условий. Выполняется оно или нет. Ну, давайте с проверки какого условия мы начнем. Ну, рефлексивность проще всего проверить, кажется. Рефлексивность проще всего. Ноль целое число. Это мы знаем. Ура. С симметричностью тоже вроде все в порядке. Симметричность, да. Транзитивность. То есть пусть у нас 10 на x минус y целое, 10 на y минус z целое. Получается ли, что 10 на x минус z целое? Да, это мы складываем первое и второе, получается. Да, получается. Это отношение эквивалентности. Можно нас поздравить. Теперь давайте посмотрим, например, на вот такое отношение. В. Параллельность на множестве всех прямых в R3. Ну, начнем также с рефлексивности, наверное. Так, рефлексивность. Ну, каждая прямая параллельна самой себе, но мы обычно так считаем. Угу. Симметричность. Симметричность тоже все хорошо. Симметричность. Прямые параллельны друг другу попарно. Транзитивность.
Так. Вроде да. Так, ну действительно, если первая прямая параллельна второй, вторая параллельна третьей, то первая параллельна третьей. Давайте еще один пункт посмотрим, пункт Г. Это такие x, y из n в квадрате, что x и y взаимно просты. Ну, с рефлексивностью и симметричностью все хорошо. А с транзитивностью нет. Проблема с транзитивностью. Ну, давайте пример. Ну, например, 2 и 5 и 5 и 4. 2, 5, 4. 2 и 5 взаимно просты, 5, 4 взаимно просты, 2 и 4 не взаимно просты. Не отношение эквивалентности. Это правда. Угу. Это правда. Вот тут у вас есть еще одна задача на эквивалентность. Более такого теоретического плана. Задача 18. Пусть R отношение на X, которое симметрично, транзитивно и удовлетворяет условию для любого следующему условию для любого x, принадлежащего x большому, существует y, принадлежащий x большому, такой, что x ry. Тогда r отношение эквивалентности. Известно, что для любого элемента есть какой-то другой элемент, который находится с ним в этом отношении. И симметричность и транзитивность у нас уже есть. Ну, как будем доказывать? То, что нам надо, получается, доказать рефлексивность осталось. Да, докажем рефлексивность. Но пусть, мы пусть x элемент, хотим x, rx. Ну, мы говорим то, что из условия задачи мы знаем, что для этого x существует y, что x, ry. Существует y. Такой, что x, r, y. А потом мы говорим, что у нас эта штука симметрична, а значит, y, r, x. Симметричности y, r, x. Да. А потом мы говорим, что у нас это еще и транзитивно, а значит, из этого следует, что x, r, x. Из транзитивности x, r, x. Отлично. И, этим мы полностью справились с тем, что у нас происходит. Угу. У нас происходит. Теперь вернемся назад к биекциям, потому что когда у нас появились биекции, мы можем начать обсуждать мощность множеств. Но прежде чем обсуждать мощность множеств, разумно начать с равномощности. Будем называть множество А и Б равномощными, если существует биекция, биекция F между А и Б. Но следующее, что мы хотим определить после равномощности, это что одно множество имеет меньшую мощность, чем другое. Как бы нам это определить?
Какие есть предложения? Биекция с подмножеством. Биекция с подмножеством? Не совсем. Простите, у R есть биекция с интервалом минус 1, 1. Да. Но можно здесь сделать поэтапно. Скажем, что А не более мощно, чем Б, если есть инъекция из А в Б. Теперь скажем, что А менее мощно, чем Б, если А не более мощно, чем B. И при этом между ними нет биекции, то есть нет равномощности. В таком случае кажется, что все у нас оказывается правильно. Ну, давайте не будем задумываться и напишем лучше, как вы. Вот так напишем. Потому что, по крайней мере, если из А есть биекция в какое-то подмножество Б, мы можем утверждать, что А не более мощно, чем Б в нашем неформальном понимании этого понятия. Но, к сожалению, для бесконечных множеств в таком случае равномощность всегда будет попадать туда же внутрь. И поэтому строго меньшую мощность мы будем определять вот так. Тем самым для множеств А и Б есть какие возможности соотношений по мощности между ними могут быть между двумя множествами? Во-первых, они могут быть равномощные. Mm-hmm. Во-первых, одно из них может быть менее мощно, чем другое. А возможен ли четвертый случай, что ни одно не менее мощно, чем другое, и при этом они неравномощны? На самом деле это вопрос с подвохом, потому что, как мы будем изучать дальше, говоря про аксиому выбора и про лемму Цорна, если верить в аксиому выбора, то любые два множества будут сравнимы по мощности. А если верить в отрицание аксиомы выбора, то появляются два множества, которые по мощности не сравнимы никак. Тем самым, если имеет место аксиома выбора, то на самом деле для любых двух А и Б либо они равномощны, либо одно мощнее другого. Для конечных множеств под мощностью можно понимать просто количество элементов в нем. Для бесконечных множеств, вообще говоря, не очень понятно, что считать мощностью. Но можно сказать так. Обратите внимание, что свойство равномощности является отношением эквивалентности. Если мы сейчас это дело напишем вот здесь,
свойство быть равномощным является отношением эквивалентности, но в таком неформальном смысле, потому что отношением эквивалентности на чем? На всех множествах получается. Это нечто странное с точки зрения теории множеств. Но мы можем сказать неформально, что это свойство рефлексивно, каждое множество равномощно самому себе, симметрично и транзитивно. Тем самым все множества распадаются на классы эквивалентности по равномощности. Эти сами классы можно считать мощностями. То есть, например, по определению мощность 5 – это класс всех пятиэлементных множеств. Почему нет? И у нас есть теорема Кантора-Бернштейна о том, что если А равномощно подмножеству Б, а Б равномощно подмножеству А, то А и Б на самом деле равномощны, что доказывается не в одну строчку. Самое удивительное то, что теорема называется теоремой Кантора-Бернштейна, при том, что Кантор не умел ее доказывать. В 1883 году он сформулировал ее и пообещал доказать в более поздней работе, которой так и не вышло. На самом деле эту теорему доказали Шрёдер в 96 году и Бернштейн в 97 году. Так что, возможно, правильнее называть теорему теоремой Кантора-Шрёдера-Бернштейна, потому что Бернштейн здесь даже не первый, кто научился эту теорему доказывать. По-видимому, Кантор даже ошибочно полагал, что из этой теоремы сразу будет следовать возможность сравнить два любых множества. Но это не так, потому что, как я уже сказал, возможность сравнить два любых множества следует из аксиомы выбора. А теорема Кантора-Бернштейна вполне себе доказывается руками. Я не буду ее сейчас доказывать, потому что на лекциях это... На лекциях это и так доказывать будут. Ну, давайте напоследок решим несколько самых простых задач на мощности множеств из того, что у нас обозначено семинар 1, но находится в файле семинар 2. Докажите равномощности. Так, давайте 1b. Интервала 0,1 без концов мы будем обозначать вот этим вот знаком. 0,1 и 0,1, в который 0 включен. Ну, мы можем сказать, что обе эти штуки равномощные R, и это транзитивно, и все. Так, ну а как мы это докажем? Значит, я согласен, что, например, 0,1 без концов равномощно R, а 0,1 с одним концом
Я соглашусь, что это равномощно R с одной добавленной точкой, минус бесконечность. Но почему это равномощно одному R? Это все-таки требует некоторого доказательства. Хорошо. Но мы не можем этот полуинтервальчик скрутить как окружность. А, нет, там будет точка добавленная, да, я поняла. Нет, мы можем его скрутить как окружность. Я уже поняла, да. Мы что... R кинем после этого. Да. Точка будет лишняя. Нет. Ну, смотрите, у нас написана теорема Кантора-Бернштейна, и мы имеем право ей пользоваться. В наглую, можно сказать. Давайте попробуем найти подмножество 0,1 равномощное R и подмножество R равномощное вот этому. 0,1 с одним концом. И тогда мы будем знать, что они равномощны. Ну, R у нас равномощное 0,1 без нуля. Это подмножество и будет. Так. Значит, да. Значит, сейчас притащу знак подмножества. Значит, вот 0,1 равномощно R. Так, давайте подумаем. R равномощно 0,1, который лежит вот в этом. Да. Теперь 0,1 должно быть равномощно чему-то, что лежит 0,1. В R. Но 0,1 ведь лежит 0,1, в R. 0,1 равномощно себе, который лежит в R. Угу. Да, в домашних заданиях, конечно, так тоже можно, потому что теорема Кантора-Бернштейна у вас буквально уже на следующей лекции будет. Бернштейна 0,1 вот так вот соотносится с R. Итак, это мы получили. Ну и, соответственно, есть еще пункт В, в котором 0,1 вот так, изоморфен 0, равномощен 0,1 с обоими концами. Ну и давайте сразу сделаем это по Кантору-Бернштейну без R в качестве промежуточного этапа. Найдем 0,1 равномощен чему-то, что находится вот здесь, а 0,1 чему-то, что находится вот здесь. Что нам нужно подставить сюда? В первом случае самому себе. Действительно, потому что оно там уже есть. А здесь что предложить? Может взять меньший какой-то отрезочек, который там внутри давайте лежит, сжать. Давайте берем вот 0,1, который устанавливает биект, сжать им пополам и точно находится внутри. И тем самым по теореме Кантора-Бернштейна мы получили искомое. Ура. Да, все у нас получилось. Так, теперь давайте посмотрим, например, на задачу 2. Тут уже нечто более общее у нас происходит. И это позволяет формализовать наше обсуждение на тему того, что одна точка — это, в общем, не принципиально. Докажите, что если А бесконечно, Б не более чем счетно, то А объединить с Б равномощно А. Да. Кто может напомнить, что такое не более чем счетность?
Конечное или счетное? Да. Не более чем четность – это конечность или счетность. То есть равномощность либо n, либо конечному множеству какому-либо. Но на самом деле натуральные числа – это непосредственно следующая мощность после всех конечных мощностей, наименьшая из всех бесконечных мощностей. Mm-hmm. Давайте подумаем, как можно это сделать. Ну, наверное, опять пользуемся теоремой Кантора-Бернштейна. Так, ну, во-первых, А равномощно самому А, который содержится в А с Б. Да, в одну сторону все выглядит очень прекрасно. Так, а в другую сторону нужно тогда построить биекцию между А, объединить с Б и каким-то подмножеством А. Да. Знаете, как мы поступим? Оставим эту задачу на следующий раз, когда у нас будет чуть больше аппаратуры. А пока давайте решим задачу 3. Докажите, что для произвольного множества А верно, что P от А, помним, что это множество всех подмножеств А, изоморфно 0, 1 в степени А. Напоминаю, что когда пишут x в степени y, и это два множества, это множество всех функций из y в x. То есть множество всех подмножеств А биективно соответствует множеству всех функций из А в 0, 1. Давайте поймем, почему это имеет место. Это характеристическая функция, получается. Ну, действительно, в самом деле всякому подмножеству А сопоставляется его характеристическая функция и наоборот.
Так, ну, я думаю, в этом месте разумно остановиться и предложить вам в качестве домашнего задания, ну, кроме официального домашнего задания 1, это изучить файл семинар2.pdf и к началу следующего занятия рассказать, какая часть этого вам уже знакома, например, по дискретной математике, какую часть мы уже умеем решать, или, если все не знакомо, то попытаемся разобрать это в следующий раз подробнее и уже более формально с использованием аксиоматики теории множеств. Да, если еще остались какие-то вопросы, то прошу задать их мне сейчас. Ну, вроде все понятно. Да, кажется, что вопросов нет. Ну, хорошо. Тогда в следующий раз будем более подробно говорить про мощность и обсуждать разные виды бесконечных мощностей. Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.